Я тут там. Ну, ехали. Так, Парис один? Ну, шутка много у меня. Короче, здесь будем уже... Я изначально забыл сделать сейв. Перед тем, как нападать. Здесь будем уже конкретно так сейвиться. Теперь боги хаоса говорят ясно. Блять, ну ёбаный в рот. 300 кг, блять. Поглоти нас. Перцем, блять. В смысле? Удел слаб. Стоп, чё? Мы сделаем. Вы чё, охуели? Своих костей. Нихуя себе заявление. Где враг? Хаоса говорят ясно. Я здесь, чтобы вести вас. Я заберу их души. Сука! Кусок ты дерьма, блядь! Что ты тут? Ааа, блядский, гвардейский гандон, блядь, там просто вышедал, блядь. В этих ебаных руинах, пока побегу своим, блядь. Держи. Чего ты хочешь? 15 хп. Еще спазм он был. Теперь ты узнаешь, что такое имперская гвардия. Орудия! Огонь! Мы видим цель! Так, ну, веселяемся. Ебучие сентинелы! А, блядь! Активируем скрипт. Мы приложим все усилия, чтобы распространить власть хаоса быстрее! Пошел! Главный калибр Титана! Огонь по моей команде! Огонь! Я повелеваю темными силами. А, блять! Ладно. Благо я сделал штаб недалеко. Их атака должна захлебнуться. Ехали. Пусть жрецы храма наказания уничтожат командира. Штаб будет мясо. Один шанс. Все, что мне нужно. Погнали. Да? Имя нам Легион. Где там Бейнблейд? Черт. По нам ведут огонь. Слышите эти голоса? Мы доставим зло в сердце битвы. Где мы встретим армию хаоса? После тысячи битв видна только смерть. Вообще делать что хочет. Где мы встретим армию хаоса? Пришло время расплаты. Защитные жертвы. Моя бронетанковая армада немножко так уменьшилась. О, ну это разве зачищаем весь этот двор тогда. Даем числом мясом своим. Долго гвардия подобным занимается. А, мне уже под знак. Ну, что, счет открыт, минус имперская гвардия. За это можно и бахнуть. Командный пункт потерян! Мы не можем их дольше сдерживать!
Орудие Титана не должно попасть в их руки. Уничтожайте управляющие элементы. Хотя казалось бы, что такого, если бы попало бы оно даже мне? Мы его никак не переведем в другие локации. Хотя было бы неплохо. Я думаю, стоит снизу все-таки зачистить орков. Потому что... Иначе они мне будут головной болью все время меня атаковать где-нибудь. В теории можно пойти на Ильдара. Забрать сейчас облитераторов элитных. Точнее, облитератора. Вот. Пойти сразу же на Ильдара. Там миссия, блять, она... Долгая. Она муторная, долгая, блять. А просто так захватывать территорию, он на меня будет нападать по КД. Ну... Окей, десант мне сейчас угрожает как-то. Да не особо. Орк мне угрожает, он может думать стрелить куда идти, как бы. Мне это не сильно устраивает. Поэтому ладно, поехали орков, значит. Будем использовать. Так. Где враг? Минус рапторы. Замечательно. Не стой со мной шутить, червь. Ну, кстати, да, я заметил, что на сложности тут... Бот начинает фокусить правильные вещи. Ошибись. Цель. Моя жизнь вечная мука. Надо антитех делать. Блин, че, много чего делать. Моя жизнь вечная мука. Пока на это все денег нету. Большое знамя пропало. Потерялось большое знамя. Пожалуйста, потерялось. Блять, где вы его похерили? Да. Теперь боги Кроуса говорят ясно. Хотя, кстати... Вместе ей к получше. Теперь боги Кроуса говорят ясно. Пойдем другой знамение. Значит. А эта база пущай будет. Они сейчас сами себя там начнут уничтожать. Мне это только на руку. Я чувствую, как погружаюсь. У вас так много-то, блядь. Это приятно. Да? Блин, немного не туда залетели. Даже мозг прожжённой варки не сможет понять, что за отношение занимает. Сжать меня в жепу, блядь. Как она внизу. Развлекайтесь. Лишь своей воле. Большое знамя гордоца взорвалось! Что я и говорил, они сами себя сейчас перебьют. Я буду главным! Минус сварщики. Я теперь главный! Осталось еще два знамя. Самое главное, запустить цепную реакцию, и орки сами себя уничтожат. Блять. Зажали. Суки. Ну... Эти текстуры, да блять, съесть ты уже с ним. Ааа, блять, моя жопа. Ебаные еще эти, блять, пидорасы. Ну давай, давай, блять, да... Ой, да в пизду, блять, раз, два, блять, в пизду, все, блять. По новой, блять, делаю лучше. Ну, я думаю, тут уже половины инфраструктуры нет на базе. Ну, в принципе, как обычно, орков очень легко вынести. Что в Dark Crusade, что в Soulstorm.
орки это простая миссия.